Получилось сделать так, чтобы все фаланги сгибались одновременно. То есть гиб одной фаланги ведет с собой аналогичный гиб другой фаланги за счет цельной конструкции. Так как модель упростилась и тут нет гибких и тянущихся частей, скорость работы можно получилось сильно увеличить. То есть, в принципе, достаточно такая быстрая часть. Неважно. Принцип работы легко продемонстрировать на вот такой простой штучке. То есть это основа как каждой фаланги. Смотрите. Это первая фаланга, это вторая фаланга, это третья фаланга. Вот это специальный тяж, который сгиб первой фаланги связывается с сгибом третьей фаланги.